Привет, дорогие друзья, и продолжаем проходить Кастлевания Дракула X. Пятый уровень. И, наверное, внешняя стена замка. Все, с этим вороном разобрались, отлично. Только не данные гоблины, прилетающие на летучих мышках. Еще жизнь заработали. Ха. На каждый уровень по жизни будем зарабатывать. А главное успевать их уничтожать. Ну, чтобы в таких ситуациях не был. Так, все, этот злосчастный кусочек карты мы прошли. Да что ж такое-то? Да, в принципе, я от игры к игре. Так, а вот это я уже не предвидел, что они будут ломаться. Наверное, надо зайти, точнее, выйти с уровня и зайти обратно, чтобы они восстановились, потому как я сейчас наверх не смогу пройти. Так, и обратно. А, и опять ворон. Так, ну, теперь мы знаем, что надо быстрее здесь идти. Эти тоже рушатся? Да. Так, хотел топор кинуть, а мы же святую воду подобрали. Так, здесь уже не рушатся? Это уже ближе к покоям самого графа, да? Привет. Да, тут нормально не спустишься теперь. Они же будут снизу теперь караулить, нет? Хотя нет. Вот одним ударом двух зайцев, отлично. А вы уже посложнее будете. Это же все-таки живые доспехи или кто-то внутри них находится? Да каким-то оконными путями обходим. Бельмон, ты же мог стену разломать, и мы бы не шли через этих рыцарей. Вот не следил. Но я надеюсь, где-нибудь еду мы найдем. Да, святая вода нам во многих случаях поможет. Можно даже, в принципе, не применять кнут. Но сердца при этом она жрет хорошо. На всех нам как раз сердец не хватит. Спустимся вниз, посмотрим, что здесь у нас в факеле. А вот еда. Отлично. Так, а как же теперь подняться наверх?
Был бы топор, было бы лучше, да. Закидать их снизу. Так, по ногам не получается. Почему-то урон не проходит. Так, чуваки. Ну же. Может, подойдете к углу? Освободите лестничный пролет. Ладно, подождем, пока они сюда подойдут. И... так, быстро, быстро. Отлично. Все, с этими пикельщиками покончено. Так, интересно, а нам вниз или вверх? Я думаю, вниз спускаться не будем. Если получится, конечно, перепрыгнем. Да, иначе пришлось бы обходить предыдущим же путем через низ. Да, это остатки разрушенной стены. Да как хорошо, что здесь эти блоки не рушатся. Так, отлично, щит мы не сбили. Да. Успел я этот топор тоже сбить, который он у нас пустил. Уже. Наверное, еще парочку ударов осталось. Иди сюда. Отлично. Нет, лучше святая вода. Так, вот здесь уже рушится. И уже нет. И босс. Оборотень. Ну, посмотрим, какое здесь у него поведение. В принципе, такое же, как и в оригинале. Только там он все-таки побыстрее был. Ну и здесь, как говорится, он не менее смертелен. И последний удар. Отлично, босс пройден. А если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.